Come on. Мы очень тщательно готовились к сегодняшнему выступлению. И поэтому у нас все отрепетировано. Давай, давай! Где-то в горах Кавказа есть полная Владикавказа, которая живет и празднует. Ребята, не-не-не, продолжайте хлопать. Мы в Макдональдс быстро перекусим и обратно. Давай, 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 давай. Go, go. Так, вы что будете заказывать? Один Биг Мак, пожалуйста. Кока-колу и картошку фри. Все? Все. Свободная касса! Свободная касса! В этот вечер мы должны... Слышь! Есть курить! Беги! Просто я скрываю от нее, что курю, а там... Нормально, что ты... Смотрите, впервые в истории кинематографа цыганский вестерн! Как известно, и у звезд есть своя личная жизнь. Итак, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на прогулке. Стоять, это ограбление! Деньги, быстро! Я с вами нянчиться не буду! Такси, такси по городу! Такси кому-нибудь надо? Нам надо! Вон там Волга белая. Yeah, baby. А в эфире «Криминальная хроника». В ходе рейда, проведенного московскими оперативниками по городу, были задержаны студентки. Как вас зовут? Снежанна. С какой целью приехали в столицу? Я приехала работать проституткой, но по нелепой случайности поступила в институт, теперь я студентка. Скажите, а родители знают, чем вы здесь занимаетесь? Нет, они думают, я проститутка. Я их подвела, понимаете? Конец игры жюри премьер-лиги. Ну, для начала, здравствуйте. Добрый день. Сегодня была хорошая игра. Блестящая игра была. Но вот когда мы играли в 98-м, конечно, то шутки были гораздо смешнее. Да, вот, например, про лысого дикобраза рассказывал. Нас музыканты классно новые. Нас реклама. Уважаемое жюри, на самом деле мы прекрасно понимаем, как вам тяжело, как вам хочется сюда, к нам. Но вы даже не представляете, как нам хочется туда. Или вот, а там кулисы, туда тогда пусть.